чтобы насытить воздух чесночными ферментами, которые убивают болезнетворные организмы, необходимо очищенные чесночные дольки нарезать пластинками, положить на блюдце и расставить на подоконниках или возле кровати. Время от времени зубчики нужно менять на свежие. Это поможет за одну ночь избавиться от насморка или простуды. Попробуйте, это рабочий вариант. Прежде чем употреблять чеснок в пищу, его нужно раздавить при помощи ножа. Если долька слишком большая, разрежьте ее на две половинки. Так будет легче раздавить при помощи широкого ножа. Если не получается ножом, накройте пленкой и сделайте это при помощи молоточка. Такая манипуляция помогает нарушить внутренние мембраны и высвободить ферменты, которые в отличие от самих чесночных долек не имеют запаха. Попадая в организм, ароматный чеснок тут же приступает к ликвидации микроорганизмов, которые несут опасность для человека. Максимальное антибактериальное воздействие овощ оказывает на органы дыхания, ротовую полость и мочевыводящие пути. Устоять от такого чесночка не смогут даже паразиты, которые обитают в желудочно-кишечном тракте человека. Чеснок защищает печень от заболеваний, которые часто ее атакуют. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы этими способами. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.